Ребята, всем добрый день. Начало текти с унитаза, капать где-то вода. Я сначала подумал, что вот отсюда вот начало капать. Думал уже, вот тут вот вода собиралась. Думал, здесь все зачистил. Думал, как-то или замазывать, или что-то такое делать. Но потом оказалось, что течет, ребята, сейчас покажу я вам где. Течет вот под этого болта. То есть по вот этому болту, это болт крепления бачка к унитазу. Вот по вот этому болту. Ой, где он? Ну вот он, в общем, он ржавый. Видите? Я пытался его открутить, никак он не откручивается. С этой стороны пытался сверлить. В общем, никак. Он эту шайбу как-то хотел ее разбить пилочкой. Купил на рынке вот такой вот инструмент, мини-ножовка. Сюда вставляется ножовка, но обыкновенная. Вот прикручивается. Он 30, за 30 гривен, $1. Стоит такая пилочка. Попробую сейчас я вот это вот сюда, вот под него испилять. Я пробовал на полотном, но очень неудобно, так как здесь мало места, не залезешь. И сверху здесь тоже никак. В общем, буду пытаться сейчас там как-то спилять и поменять эти болты. Вот так вот, ребята. Засуну я пилку и буду вот так вот пытаться спилять этот болт. Сейчас буду пробовать. В общем, ребята, спилял, сломал я, надпилял чуть-чуть, а потом плоскогубцами туда-сюда, и вот сломал я этот болт. Сейчас буду вытаскивать. Я его раздолбал с этой стороны, видите как, чтобы он чуть-чуть хоть туда, чтобы хоть длиннее был, чтобы можно было ломать его. Вот он, этот зловещий болт. Я его больше сломал, наверное, чем спилял. Так, тут хоть ничего не повредил. Керамику не побил, не? Резинка аж туда врезалась. Теперь интересно, один поменять, чей этот тоже. Заменить второй. Такой же самый, наверное. Вот так вот все поубирал здесь. Ребята, вот такой комплект купил я новых болтов. Это Турция. Болты с нержавейки. Ну, такая резина вроде бы неплохая. Шайбочки, прокладочки. Буду ставить сейчас. Ребята, использую вот такой вот герметик для сантехники. То есть для резьбы. Вот сюда вот его на резьбу наношу. И тут, чтобы по резьбе не потекло. И сейчас буду устанавливать. Ставим шлангу. Какое-то время выдержим, чтоб герметик схватился. Так вот. Ребята, ну вот, все я закончил. Кому понравилось видео, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. До свидания. Вот эта пилочка, кстати, за 30 гривен очень-очень помогла. Так бы я не знаю, как бы это все я сделал.